памяти в сквере Марии Рубцовой, посвященный воинам-интернационалистам, начался с минуты молчания. Возле памятника героям необъявленных войн собрались неравнодушные жители Химок, отряды кадетского корпуса, активисты «Единой России», представители администрации и депутаты Совета депутатов Сергей Малиновский, Александр Васильев, Галина Болотова, Юлия Ишкова, Инна Монастырская, Надежда Смирнова, Юлия Мамай и Артур Каримов. Все мы прекрасно знаем о том, что славные сыны нашего Отечества выполняли свой долг на дальних рубежах и защищали нашу Родину. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с этих конфликтов. Ну и, конечно же, чествуем ветеранов, тех, которые сейчас очень много делают для нашего подрастающего поколения. Свыше 15 тысяч советских воинов погибли на чужой земле. Около 6 тысяч скончались от ран. Сотни человек пропали без вести. В Химках чтут память героев, отдавших свои жизни, честно выполняя свой долг. Наша армия, наши защитники демонстрируют действительно мощь нашей страны, когда приходят на помощь тем, кто пытается решить эти проблемные вопросы в горячих точках. И вы знаете, наши воины-интернационалисты – это в большей степени воины-миротворцы, потому что они защищают мир и защищают свою страну. Перед собравшимися выступили руководители патриотических организаций, а также торжественную речь произнесли участники боевых действий. Сегодня мы видели героев Афганистана. Они многое рассказали о той страшной войне, чтобы помнили наши дети, наши внуки, наше будущее поколение. После официальной части состоялось возложение цветов к памятнику.